I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and scammers, getting no licks in the banner, legacies. Hey, yo, всем привет, друзья, с вами Трэшер, и сегодня для вас будет такой необычный видеоролик. Помните, меня многие просили в комментариях, чтобы я выпустил видеоролик, где я играю против других ютуберов один на один. Вот, и я, конечно, был не против, я хотел осуществить эту идею, скажем так, эту задумку, то есть воплотить ее в реальность, но, как видите ли, у меня слишком мало подписчиков по сравнению с другими ютуберами, и, с одной стороны, это им невыгодно, с другой стороны, тратить их время и все такое, ну, вы понимаете. И вдруг я сижу, мне пишет, угадайте кто, думаю, по названию вы уже догадались, мне пишет Нуата и говорит, привет. Я посмотрел твои видеоролики, и я хочу с тобой сыграть один на один. Вроде ты неплохо играешь. Но я такой сразу согласился, ребята, и он разрешил закинуть видеоролик. Без разницы, кто выиграет, оба заливаем видеоролик в свой канал. И думаю, ребята, это всем понравится. Ну что, друзья, сейчас будут моменты из всех трех раундов. Провели мы три раунда против Нуады. Итог вы сами увидите. Пока что палить ничего не буду. Желаю приятного просмотра, не забывай поставить лайк и, пожалуйста, обязательно подпишись на канал. Все, пока-пока. Короче, ребят, это наша первая катка. Только что спрыгнули с самолета, я лутаю, как всегда, Сантозу. Три живых, получается, я, Нуада и еще один. Мы не знаем пока, где мы находимся. Точнее, я знаю, где я нахожусь, но я не знаю, где Нуада, и, собственно, Нуада не знает, где находится я. В любом случае, мы должны выжить до конца зоны. Будет три катки, как я сказал. И посмотрим, ребята, что из этого получится. Тут ремка где-то должна быть, ребят. Но уже ее завязали, и походу... Не походу даже, а точнее, тут кто-то уже был. А вот тут ремку уже не брали. Красная зона, я наверх сейчас буду оттягиваться. Easy win, ребята. Это был Нуада. Первая катка, получается, я выиграл первую катку. И сейчас будет вторая комната. Так, зона у меня идет. Попробую подойти. Переключаюсь на дробаш. Что ли, стен кабеля? Ребят, мне не повезло. 1-1 счет в пользу Нуады. Идем третью катку, попробуем, что из этого получится, посмотрим. Друзья, как вы знаете, счет у нас равный 1-1, но в этом раунде я его выиграю. Я возьму его. И хочется сказать... Друзья, как вы знаете, счет у нас равен, то есть 1-1, и это решающий раунд, и я уже знаю, что я выиграю в этом раунде, и хочется сказать Смайлу, Смайл, ты следующий, и, пожалуйста, приготовь свой пердак. Для тебя это будет, ну, очень жестко. Ребята, кого-то дрон заметил. Он в вышке, да? Нет, вон внизу. Это не Нуада, походу. Блин, это не Нуада. Ой, боже, как я потел против него. А где он тогда?
У него дробаш. Ей, бой. Изи. 2-1 счет, ребят. Я победил. В общем, друзья, вот такая игра у нас. Ну, а да, получилось счет у нас 2-1 в пользу меня, конечно же. Думаю, исход был очевиден еще в начале видеоролика. Ну, ладно, без обид. Вот. В общем, все, что я хотел сказать, я сказал и в начале, и в конце. Ребят, еще раз скажу. Поставьте лайк, если хотите больше видеороликов такого формата. Ну и, конечно же, с Майло, с Дэниелсом и с Маркусом. Я знаю, что это Марк, но я просто рофлил, вот. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. И на этом я попрощаюсь с вами. Всем пока.